От ярких маков до графичных гладиолусов. Здесь цветы во всем многообразии техник. В Химках проходит выставка работ художницы Натальи Жаденовой. Первый зал – акварельные полотна и работы, выполненные в технике пастельно-бархате. Далее – зал графики. Простые предметы живут своей жизнью в своем пространстве. Третий зал посвящен экспериментальной живописи. Мне хотелось представить на плоскости картины цветочный аромат. Таким образом родилась техника стекло, масло, на котором я пишу цветы. И вторым слоем под прозрачным стеклом идет коллаж из дизайнерских бумаг, который и структурирует, так сказать, пространство. Посмотреть картины можно в музейном комплексе «Артишок» в парке имени Льва Толстого. Выставка продлится до середины июля. Вход свободный.